Всем доброго времени суток, ребята, это Гудвин. Что ж, из Мили Бладстон он тех дает радиус для большинства заклинаний. В том числе радиус ультимейта. А чем... Опа. А чем... Блин, немножечко заговорился, не ожидал. О, ё-моё. Офигеть. А чем больше... Чуть не убил. Гранат есть у него? А чем да, больше... На меня отдавали. Стоп, где он? Где он? А чем больше радиус ульты, тем больше героев зацепит, тем больше крипов зацепит, тем больше урона несет. Правильно? Правильно. Поэтому у нас будет алхимик, у нас будет дарсих всех тягивать кучу, алхимик байтить. И в этот момент я буду влетать. Ладно. Я буду влетать и всех убивать с ультимейта. Со мной сегодня играет Миша. Ой. Барагос. Лёва. И Ваня. Здравствуйте. Да, Свадик? Здравствуйте, да. Даже Вадик не дал, офигеть. Миша, тебя на линии, наверное, не Миша, нужно. Миша, ака, светящее окно. Давай. Так. Ну, я как бы знаю уже, что купить в этой игре. Опачки, а чё, Вадик? А? Да, Ваня, Мишин смех мне напомнил. По-моему, фильм был «Большой куш», там собака, кажется, свисток проглотила. Где-то собака, когда лаяла, она свистела, короче. Уже везде подметил. Даже тянуть не могу. Но зато здесь... могу замутить. Один в один. А, стоп. Он... Да он вахт видит мой. Кажется. Или мне кажется. Стоп, там еще баунти внизу. Там еще баунти внизу лежит. Короче, я буду без тотема. Я понимаю, что тотем очень жесткий на стадии лайнинга. Но я хочу в один момент его. Хотя нет, тотем дает для кил потенциала. Да, это был пуш. Идентичнее натуральному. Лежит, лежит. Я пытался сказать. Я даже типнуть не могу, к сожалению. У меня есть, но я не знаю. Бежит. За целью. За салют. А еще почему Шейки стал сильнее? Как будто бы из-за того, что очень прикольно покупать себе Шиву. Начиная с Дискорда. Дискорд увеличивает урон заклинаний вокруг себя. Как будто бы этот, Миш, да? Немного плохой тайминг. Ты про что? Про Шиву. Ага. Я видос один про Шиву крутой посмотрел, кстати. Да. Тех всех хардвейнерам надо Шиву купать, как будто. Я посмотрел, нафиг теперь Бристал Бэк в англах не нужен, теперь Шиву надо, блядь, на нем как будто. А, Саня, вот Бристал Бэк, да? Вот против тебя силлер покупаю, что ты делать будешь? БКБ или БКБ возьму, чтоб меня, ну, для того, чтобы просто ударить силлера мне мало, мне надо застанить и ударить силлера. Ударить силлера и застанить. Поэтому если я в БКБ... То есть это мне еще надо в контроле продержать. Это еще надо, чтобы бёрст урона хватило. А если ты купишь, допустим, ту же Сию, то у нас уже не 4 секунды силер действует, а 3. Правильно? Правильно. Не знаю, на Бристал Бэке, мне кажется... Вот у него винрейт вроде сейчас сильно упал, но мне кажется, этот герой новыми красками может заиграть. Я вон вчера разочек сыграл, попробовал и... Я хоть не играл с этим, с Вейвом, но так посмотрел. Потому что вот это вот кольцо висело этим грузом на тебе, и брони постоянно не хватало. А теперь ты это кольцо потом собирал там в лотус какой-нибудь. А сейчас что, купил себе Хэмо Файрон Вью, у тебя сразу и реген, и этот, и броня. Вообще клево. И еще и статы дает. Аппат. Короче, да. Сплошные плюсы. Вообще невероятно. Так еще дэмж заклинаний и еще. Очень клево. Моя вкусно. Я пойду между дальше стакать, я не знаю, что тут делать, короче. Давай. Шапки на угоде надели? Быстро. Я так еще никак не сделал. Пойди, что ли, баунти? А есть на угоде настроение у вас, пацаны? Да, я сегодня купил краски. И картонки. А как краски связаны с новогодним настроением? А я буду делать открытки для подписчиков. Открытки для подписчиков буду рисовать, кто выиграет. А где баунти? Понял. Я забрал.
что, по голове там. Тинкер просто сюда наверх шел. Миш, уже не стакается. Не у меня нету пуджа, кстати. Пудж куда-то решил уйти. Миш, блин. Ой, Лёва, какой... слоника какой... будешь рисовать по стриме? Капельки. Не, слоника уже нельзя рисовать, я уже рисую. Буду рисовать зайчиков, елочек, по желанию напишу какой-нибудь. А я думал третье. Гигранты такие самодельные, раскрашивать, растягивать. Все буду раскрашивать. Все растягивать буду. Ну надо же какой-то подарок сделать подписчику. Правильно. Самый сейчас мы найдем подписчик, не зрителя. Рюну хосты? Их и так моими стримами пытают. Капец им. А он только саберов уважает, походу. Все понятно. Сейчас будет от сабов хосты уважает, и все. Я всех люблю, почему-то от сабов я не люблю. Ты сказал подписчиков. Ну, у меня других нет, ну как подписчиков. На базу полетел, followers. Followers. Мне слово зритель очень нравится. Он такой зритель. Мягкий. А я могу прийти ульту с... Нет. Я с ульты просто не зафармлю пока стаки еще, да? Ну, смол сможешь, не думаю. Ты можешь на боте зафармить? На-на-на. Героев. О, вахтик. Тем зрителям, хай. Я отменял. Это спрей. Спрей с КС-ки? Нет, блин, распрыг. Короче, в КС-ку играю в последние дни очень много. Да на тебе просто. Благодаря тому, что у NVIDIA в GeForce Experience есть очень интересная функция, как фильтры. Можно, короче, фильтры настроить так, что можно сквозь смоки, короче, видеть. А висячие сады ты можешь построить? Кого? Висячие сады. Висячие сады... Шестой можно, да. Они строятся на... Какая умница. Я про КС-ку. А, про КС-ку? Нет, там нельзя. Поджика нету опять. А чем ты это? Да, он за мной в медубе. Меня тут бегает. Я кидаюсь... Реагую DAS-2, кидаю смок на шорт и стою, жду, когда челы подойдут. Ну он по КД вот, ну я не понимаю, он в лесу постоянно, из лесу меня пукает. Постоянно. Сашенька, там тир один шмоточки видел? За мной бегает тут, чудо-юдо. Ой, у меня капли. А шмоточки а ты можешь? За тобой не бегают. У меня фисунка, у меня фисунка сейчас будет. Ну она. Хорош, готов, дабл хил, ё-моё. Ё-моё, вот это да. А кто играет на дарксере? Я. Я без пятюни, я треплюсь. А что ты дробовик не пикнул? Кого? Дробовик. Я не пикнул. Ладно, забейте, это тяжелая шутка. Я тоже не, я не понял, что за дробовик. Курт Кобейн, дробовик. Курт Кобейн, никнейм. А, всё понял. А пуш пришел мстить мне, да? Принесите, пожалуйста, пластырь, кто порезался. Острая шутка такая была. Ну да, да. Остро... да, просто острая. Я хотел слово сказать, но я передумал. Почему я кринжом преисполнился в этот? У меня цензура в голове сработала, сорян. Кринжом преисполнился. Мне вах сломали. Меня обижают. Ой, перезарядился. Куда ж ты бежит, дурачок? Просто и бежишь, дурашечка, ёпта. На теории там ТП-шка одна в мид, когда он так дайвит, и его можно будет убить. Типа, там... Ладно, я взял себе дадих, а он увидел руну. Дай слэм крипов от этих, блядь, сейчас здесь так, но тихо, может тихо. Тихо, я его сейчас убью. Эх, слэм. Не, я хочу убить его через ультимейт, он с меня достал! Так, опа, это берём. Привет, мужику. Опа. И шо мне? Метеор. Штаны и нервы, блядь. Ты с тигода наоборот нервы считались. Почему у меня шапка слезла с ЦМ-ки? Я вроде не умирал. Чё за хуйня? Умирал. А куда этот друг наш идёт? Лещина сильно прилетел. Он знает! Подожди, он сюда идёт? Он к тебе идёт? На Тимке? Да, они... не знаю. Здорово, блядь. Тихо. Тише, малыш. Это мои друзья. Миш, а ты можешь купить, пожалуйста, этот нейтрал? Давай, я работаю над этим. Да. А вон она за. О, слушай, если его покатишь, покажешь мне эту бабулетку. Вот, показываю. Кого? Бабулетку. Где? О, где? Не вижу. Она за аксом, мне кажется, стоит.
Вот тут еще путч. Ну, у них что есть? Спасибо. Сашенька выполнена. Пятый. Ой. Да, беготня, конечно, тут нормально. Ладно, тут там руна щита у нас имеется. Я даже, блин, не буду тратить. Ну, чуть надо, блин, кататься. Слушай, он бежит, как будто у него вот-вот появится дайер. Давай, лазик. Ты офигешь, что лазик не давать? Сейчас смотрим, через сколько? 60? Нормально себе претензии, Сашенька. Я придумал го, 40 секунд, я говорю, типа, иди зафарми стаки. И мы потом на стаках кого-нибудь через слэм убьем. Сейчас. Да блин, смотри. Я не могу просто без слэма в стаке зафармить, я очень хотел убить Тинкероса. Ой, на 6. Нет, я понимаю, я не вижу, что... У меня нету маны. Мы подпайтим на... Ай, я не достал. Не-не-не. Только ладно, 30 секунд до фарма стаков. Нет, я имею в виду, что надо врагов забайтить на стаки и через... Понял. Просто я настолько увлечен был игровым процессом, что не сразу твою идею понял. Там же нет, блин? Ты чё? Нет. Сори, что буканул. А я думал, ты через... Ссылка на мой крутой телеграм-канал в описании. А я думал, ты через твой будешь играть. Сила земли. Ладно, 30 секунд. Жду. Так, все, нейтралка появилась зато. Ура. Таух заднайли? Мы скачали. Даже таух не заднайли. Так. Накинул. Ребят, как вам мой закуп на ЦМ-ке? Ладно, против ракеты МБА. Привычный. Классический. Я бы сказал легендарный. Legendary. Блин, как их заманить на стаки? Сейчас. Знаешь, надо кому-то пойти умереть и бежать на стаки и показать им стаки. Ой. Саня, я байчу миду. Я не так сделаю. Он сейчас укусит меня. А я уже написал про стаки. А, не все, он тупый. Я бы не сказал, что Акс тупой. Это топор все-таки. Как же вам не для этого амбуры сегодня весь день? Не знаю, ребят. Слушай, мы с этой записи изрезанные уйдем, ребят. Чувствую. Стайковщина. Опять заскрипел. Да отстаньте, я уставший. Я не могу нормально смеяться. А мне кажется, я могу и так айсмоки. А, есть квадрик зато. Сашенька, тебя вот такое не интересует? Интересует, кстати. Ладно, я, наверное, первым делом куплю себе... Octarine Core. Так, всем. Ну, не обойчу, миду, смотри. Сейчас. Это знаете, как на саундпаде просто какой-то рандомный звук включаешь, а у Миши вот свист вот это вот. Нормальный смех. Нет! Опять сейчас лаганет. Стянуть их! Есть мана, аркан, пусть это. Блин, нет. Нормальное решение от бабули. Загигал ушел. Ташенька, я тебе поджа еще поймаю, наверное. Обещаю. Поймали, кстати, поджани. Фестуру клацнешь туда? Ой, ник Финова клацнул. Ой, я гоню его к себе, Саша. Дементий, гони свиней. Ой, так и горит? Лёва, как же ты хорош. Лёва, хватит стилить. Все нормально. Ну я чё, виноват? Все такой жесткий. Да. Что я такой крутой, реально. Нечего было Миша мне учить. Такс. Эти драки бесконечные. Простите. Зато они любят толпой бегать. Значит, то, что... Он тут уже не влезает. Ультимейтики будут на ура сходить. Где мне сейчас катиться? Иллюзии сначала свистить. Так, сейчас мы... А что у меня... Виздом там есть одна руна. Сейчас иллюзии возьму. Блин, а можем как-то одних и по другим подвести? Нет, не получится. А, получится. А давай попробуем. Получится. 10-15. Спустишь? Жди. Окей. Блин, мне похорошо 12, мне кажется, демджиниха. Хотя их очень много. А, это капец, это сейчас будет контент на ТикТок. Хватит ли ультимейта первого левого? Включи отражение экрана, отражение экрана. А где? Я могу только так, блядь. Кулаком по стулу.
Настройки, расширенные настройки по центру камеры, дрожание экрана. Настройки, расширенные настройки, где движение экрана поставил. Чё, можешь ко мне подарить? Да-да-да. Ты можешь вебку рукой взять, пошевелить. Давай, беги! Беги в них! Аааа, блядь, нихуя тут загремел! Слушай, я все фарманул стаки, сколько? Ёшкин кошкин! Это ультопер лево! Офигеть, тут так трясло! Слышь, Сань, я только что сейчас получил 6 левелов. Я не думал, что будет чем больше крипов, тем сильнее трясти. Мне так затрясло! Ботель. Че, дальше тогда стакан? Андрей на ЦМ-ке. Там подписано в инвентаре. Эй, я тебя дал уже, ботель. Там подписано. Я реально... Ой, застряли! Ступе. Бля, типите Сашу, пожалуйста, я не могу типать. Спасибо. Мое уважение. Блять, он сейчас блинканется. Ай, сука. Блин. Бабка 100 хп осталась. Ультанула. Ты бы сказал, Сашенька, что помощь нужна, если крип привела. Да, сука, дашь первый сюда. Я только что в крипов нажал. Ой. Да, бля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Регент там что-то? Шлёп. Ооо, ты чё кричишь? Наорал на землю. Найс. Пощадите топор, ребят, топора пошли. Топор. Пошлись. Так, всё. Блудстоун. Бегом сюда. И погнали. Ну и, кстати... О, у них же еще, блин, световки Миша, есть. Миша Вайда нашел. Войд. Через Майо Шторм собирается играть по ним. Так, о чем мы вообще тут? Ну, я собираюсь еще подфармить, пожалуй. Ну, давай. О, Тинкер. Опа. Сашенька, ты Шиву ведь не покупаешь? Я Шиву покупаю под себя. Шиву... Я могу купить, на самом деле. А Шива норм. Там от физы какой-то. Просто это будет чуть попозже. Ой. Да, это да, я купил. Ой-ой-ой. Если сейчас Шив много не бывает. Фига, ну, я да. Мурнул. Тебе, в принципе... Там нажаловался Тинкер. Форест Бенд на силу интеллекта. И мы готовы. Чё, Миш? Чувствую, врагам будет больно. Как же врагам будет больно? Я не всем понял шутку. Ну, типа, ты выдохнул как-то однажды. Как будто устал смеяться уже. Да, да, есть такое. Мне до игры смешили слишком сильно. До игры? Да. Кто тебя смешил, мне аж интересно стало. Я так сильно смеялся, что уже не помню. О, что? Макрона отдавших шок. Все с нюхом нафармить что-то? Там 25 еще, мне кажется, нужен для таланта. Да, нужен. А, блин, реально, посмотрите на никнейм Пуджа да, и этот. И на иконку там героя у него. Таблица. А че реген такой немощный стал, я не понимаю. Ой, мне же ударили. Ну, он даже лучше стал. Может, их не сбивается? Да. О, две руны опыта, спасибо! Спасибо! Вот тут еще одна. Просто... Насколько мало человеку для радости нужно? Не каждый день такое увидишь. 30-40 стаков и одна виздом руна. Туда. Так, похуйнее. Одна виздом руна, которая, знаешь, типа, надо украсть. Обязательно. Вижу. Ребят, на топе вы понимаете, будет? Что враги мне больше, Сашенька, блин. Давай не на мудрости я начну. Мне враги больше мудрости остались, чем моя же команда. Там а я одну взял, чтобы обновлять себя. А, ты ребят, 13 секунд. Мне нужно 5 человек в одной точке. Давай. Ну, Тинкера сложно в одной точке поймать. Да, его зацепит. Опа, тихо. Только не убивай. Опа. Ну можно, мне кажется. Нет, мало. Не, вы их убили. Ладно, их. Я увы. Ну их решили убить всех. Ну ладно.
Я их не бил. Да они сами умерли. Могли бы не звать. Они сами убились. Тут правда. Ну блин, там вы же видели их хп. Ну ладно. Так, что радиус ультимейта? Оцените. Зацените. Мне тебе даже крипов сводить не надо. Ничего себе. О, аж фиссура-то. Вау. Ширина фиссуры мы видели. На меня Фрона. Вот этот. Я вижу Фрона подставили. Сумасшедший. Псих. Я хотел украсть просто эту богатство. 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 Я хотел разбогатеть. Походу он хотел разбогатеть чуть сильнее. Ты походу смс-ку не на тот номер отправил. Я какие-то купола какие-то выйдут. О, что там в топе? Стоп, там в топе. В топе какой-то движ в смоках. Смоках. Что-то хотят, что? Я могу поставить. Они выходят. Выходят. Цепанули. Оп, оп, цепанули. Тихо, тихо. Блять, я спалился. Что? Давай я подставлюсь. В это ФЛМ где-то испугал всех, они в ахуе бегают. Они в ужасе. Застань себя, молю, Миш. Блять. Не-не. Мало. Мало. Сейчас. Мало. Подойду. О, давай тинкера. О, банку сейчас себя, банку. О! Опа! О! На, а где бабка? Мама! Бабулю могу поймать тебя. Да не, она должна бабулю, была... Это иди было, на бабулю. Это было забавно. Не, да она в одном котле должна была свариться. Сашенька, пожалуйста, иди на бабулю. Да какую бабулю? Нет, она уже... Славянский пришип фистуры. Да не, с миром отпусти ее. Да мне все равно дэмэдж на нее не хватит. Я ж с философским камнем. Все понятно. Это было красиво. Да, Лёва. Полностью согласен. Да. Его, вот блядь, откуда он там пускает свою фигню? Остался не укрывает. Да сюда ладно, фикс ты стой. Тогда я заберу. 12 становлений здоровья. Хайп. О, Сань, тинкера поймал, смотри. Так. Меня поймали! Нет! Да, его реально поймали. Давай я подставлю сейчас, пока у тебя слэм подходит. А сколько у Сенька до слэма? 9 секунд? Я по поводу опыта взял, если еще не стыгли. Враги-то были не любят. Там будет, да. Ай, засранец. Подставляюсь? Не-не-не-не. Поздно. Я уже настроился. Помянем, Миш. Ты их напугал, блин. Миш, мне кажется, у них карманы маленькие. Тогда неубедительно. Прям троих мы можем сейчас сосать. Троих? Подожди, я сейчас еще раз поставлюсь без ультимейта на этот раз. Нет. Три. Банку главное. Маловато будет. Не маловато, банку. Не тогда. Давай, давай. Маловато будет. Бля, ты слишком хуёвый актёр. Не верю, блядь, не верю. Не верю. Простите. О. А вот так? Дай ладно. Пойдёт тебя? Я в следующий раз натанцую на пятерых, братан. Все, я начинаю принимать актерское ремесло. Смурф! Это да. Блин, я ж не могу в чат писать. Почему? Я настолько скиллово одну кнопку жму, ребят. Ну да я блинка. Как думаете, Мирико бы так зря смог? Ты на Бристолбаке тренировался. Вообще, да ты 4 кнопки нажал, не надо тут прибедняться. 4? Ну, ладно. Это же потом. Это же сначала блин, потом указываю позицию. Направление, потом ультимейт. А, ты ж без кастов еще. Да. Ты 6 кнопок нажал. А 6-то откуда ты начитал? Давай посчитаем вместе. Ты фиксатуру мышкой тоже подтверждаешь. Смотри, ты нажимаешь блин, после этого ты нажимаешь левую кнопку мыши. Ну, 2. После этого ты нажимаешь ультимейт, потом ты нажимаешь второй, потом ты нажимаешь... Не-не, я только ульту считал. Остальное я не считал. Тоже так. Давай я готовлюсь подставляться. У меня, кстати, у меня фиссура уже почти откатилась. Ой, ультимейт. Я не готов пока. Он не готов пока. Этот 10 секунд. Так, 10 секунд. Я понимаю, да, я... Слушай, они явно не ждают, что у меня уже ульта откатилась. Ой. Ребят, ваши шапки пропали новогодние. Где был? Что я?
Че-то я... Ну, ой-ой-ой, КД, КД, могу, могу! Опять байда не хватает. А такое без... брехло на Саньке, такое брехло. Смотри, треугольник этот светится сверху, зеленый. Говорит, нет. Я ему блинк сбили. У меня блинк ракеты сбил. Говорит, нету еще. Там блинк был сбит, и я прокликивал. В этот раз я отлично отыграл слабого. Ну да, но... Я просто, я должен был прочувствовать роль. Хорошо сыграл. Не отлично, но по пятибалльной... Ну, блядь. Это беспристрастная оценка, Миха. Смотри, 5 баллов, это 5 человек, это пятерка. 1 кол, 2 двойка, 3 тройка, средне, 4, хорошо. Невозможно, понимаешь, угодить всему зрительному залу. Ну ты отличник или... Медливо, Миша, я сыграл свою роль, понимаешь? Сыграть это сыграл. Я правильно понимаю, что Миша получил удовлетворительно по стратозаписке? Нет, удовлетворительно это троих забайтить. Если пятерых, то смелая пятерка, твердая. 5 на боте. Вот видишь, возможности есть, Миша. Возможности есть. Вот тут варды стоят, не ходи туда. Да? Ну ладно, да. Пускай агрит. У меня будет стандарт. Подъемочком станешь, не ходи туда. Смотри. Они обосрались. Жесть. Не без ТП-шки. Жесть, как же мне больно. Я пошел отыгрывать мальчика для битья снова. Пиньяту. Радик, выключи только. Фига себе, мальчик для битья. Че, с Шивой, с Радиансом. Мальчик, такому мальчику. У меня уже ульта есть, у Сынка уже ульт есть. Лучше не суй свой сейчас пальчик. Сейчас лечу, сейчас лечу. А! На чё? Ты сейчас сам вылез, понимаешь? Я только-только занавес опустился, Санёк уже такой. Бля, ты мне весь концерт обосрал. Так а ты чё приглашение разослал раньше, чем нам? Во сколько он был указан? Приходить 26:31. Я в 26:31 пришел. Все правильно. Что, у меня билет показать? Я... Короче, у меня... Я пошел время, по-моему, у меня пальцы состарились, я не смог быстро нажать рефреш в такой ульт. Такое дело. Мне не хватило одной... пальцы такие. Ну реально, вот у меня и реально так медленно все прижималось. Я за 1,3 секунды, что длился станут авторшок, не смог прожать. Рефрешка еще не будет. Когда в ванне долго лежишь, и у тебя пальцы такие, как у дедушки становятся. Как Сынка сейчас такие же. Как у он молодой, но такие же. Пипец. Просто скрипучие сардельки. Инкер Шива сейчас купит скоро. ГВП. Ждем Хекс. Я вард тут снял, нет, вижу. Я вот дальше туда идти еще. Ты думаешь? Мне кажется, он только что... Он только что там появился. Его только что сломали. Так, я хочу Катерин. Ну я не успеваю, я единственный, кто варды слайд в этой команде, поэтому... Соло играешь. Помощи ноль. Да я понимаю тебя, Миха. Ой, я понимаю тебя, Андрюх. Ты на счет посмотри. Да, я понимаю. Согласен. Ладно, я пойду в рунку заберу, пожалуй. И на хук сяду, пожалуй. Эх, коротенькая фисурка, о, путь. Все же были в магазе, да? Вот типа там Мака, там Бургер Кинга. Короткая, но широкая. Ну да, тоже. Бургер Кинга. Я был в магазине Good & Shop. Короче, вот. На, что? Ну ты чё? А, кушать будешь? Сашенька, может, выйдешь? Ага, блять, еще одну шутку. Я в колы хотел хлебануть. Что я передо за каламбуров не. Извини, мне самому плохо стало. Это и. Тут нужно превью делать вот смайлик, знаете, стандартный в стикерах клоун. Вот такой превью я ожидаю на этом видосе. Мне самому плохо стало. Хоть выключи, пожалуйста. Мне реально физически плохо стало. Мне физически плохо стало то, что я сказал. А что ты сказал? Ничего не говорил я. Молча сидел. Да нет, это не так уж плохо было. Это было ужасно, Мих, не надо. Нет, это было обычно. Это пиздец. Ребят, Саня, руна ДД тебе нужна? Ну ты же знаешь, как я умею кринжать. Я чуть не сказал перезапись, серьезно, Миха. Не, пожалуйста, не успокаивай меня. Бля, Миха. Я Андрюха. Саня, Миха, что ты таблетки пьешь? Посоветуй, пожалуйста, это пиздец. У Миши глубокий гортанный какой-то смех. А ты можешь список написать? Зелоксера и Вальдексан. Ну, если многие... Ну, блин. Нижняя башня противника. Мне кажется, разрывает жестко. Ну, мне кажется, это сейчас даже немножко... Не хочешь закачать? Хочу. Это немножко даже опасно для здоровья.
Смеяться? Не является рекламой. Так, смеяться. Тихо, мы загоняем, загоняем бычка. Опа. Писал, меня слышно? Да. Нет? Ладно, проверим дальность ультимейта. Нормальная дальность. Нормальная дальность. Блять, не успел Фисухой. Не успел. Нормальная дальность. Пришиб Фисухой. Ну-ка, он отойдет? Да. Это ты, конечно, молодец. Радиус у нас так шок пойдет. Блять. Миша, а че ты ливнул? А у меня зависла дота. За Мишу пока поиграл. Слушай, ну видели, я супер далеко стоял, да, и все. Типа... умирает. Ладно, она свою функцию выполнила. А я хостелем есть, я могу сейчас сразу же в театр врываться? Не, театр пока на антракте. Плохо. Миш, ты знаешь кто? Лорд дома таверна. Это я лорд дома таверна. А это кто сделал, Лёва? Нет, я... все нормально. Я наоборот от тебя. Я что, все, все по красоте сделал. Фу, магия шейки. А до театра 40 секунд еще. А я не могу пиликать на свои способности? Да? Слишком маленькая поэтому. Чтоб себя же в стиль гонять, понимаешь? Кто это дерьмо придумал? Че, я сейчас сервак крашну, если... А, точно! А может... Я забываю! А чё, ну блин. Тут, правда, два этих, типа... А сколько тут? Тут инши. Вот тут инши и вот тут. Сейчас скажу. А как тыкнуть, чтобы посесть какой-то стак? 14. А тут? А мне тут некуда. Ну, вот, и вот этих подведем. Вот этих просто подведем. Всё, ульту жмякать? За льду, блядь! Я помог... А, мне залагало, чё за хуйня? Ебать. Да. У меня даже Дискорд залагал. Вот тут еще, Сань. Да? Так, я сейчас скину. О, я могу перекатить на свои кнопки. Я сейчас скину. Стой. Давай. Сейчас. Тут сколько? Тут у нас... Ванёк, а ты бой готов? Ты видишь, сколько комментариев по твоей бороды было? Да. И чё, ты будешь её скачивать? Я просто байкерские сделал усы, типа, знаешь, которые этот усы переходят в бороду вот эти вот. Бакенбарды, да? Да, нет, подожди. И баки тоже были. Короче, как это сказать? Я забыл, как они называются, но да, я понял. Халк Хогана, знаешь, как выглядит? Да. Халк Хоган, рестлер. Это из рестлеров. Такие, как висюли. Висюли такие. Да, я вот так вот сделал, я типа дома у себя гонял, типа, по Вологде, там, по делам у них. А потом подумал, ну нафиг, типа, изурил их полностью. А у тебя была еще такая шапка? Вот, а знаешь, ты что, блин? У наших отцов была, типа, знаешь, как... Шанка как такая? Ее называли? Эподром ее называли, по-моему. Ну такая, типа, фуражка, типа... как острые козырьки, что-нибудь такое. У тебя вот такая была еще фуражка? Нет. А там кожаную у него куртку там, типа, тебе этот... еще какую-нибудь? Как у рэперов вот этот платок-то называется? Бандана. Бандана же. У него бандана же. Ну, у тебя бандана. Ой, у него бандана. Опа-ча. Тут вармен. О, бабка. Сашенька, я иду играть в актерскую игру. А ты посмотри на твои... Отпустим ее с Мигом. Пусти бабулю ей концерт смотреть. И ты видел свой радиус Афтершока? Ну да. Это с Талантом, 25-м. Ну да. А Бустон вроде радиус Афтершок не увеличивает как раз таки. К сожалению. Мало. Ой. Мало. Что жмок? Мао. Не портите мое представление, уйдите со сцены. Мао. О. Это что, песня? Это я забыл, как ее звали, исполнительница. Только. Что-то они этого мало. Ты достал. Я пытаюсь вести их. Миш, выключи радио. Все, это уже не пятерка у них. Да, ты видел, сколько человек было на сцене. Да, поставился бы под хук, реально бы могла бы пятерка наклеваться. Четверочка, сейчас куплю Wind Waker. Что-то по факту Коу вышел. Кстати, Ванёк, по поводу сбритых бород, я тоже бороду. Ну да, есть идея, сижу. Возможно, если трое погибнут, останется Миша и я, тогда не забать еще лучше. Типа. Ну, щетина, у меня щетина. Ну, да, такое вряд ли произойдет. Только, наверное, если чудеса произойдут какие-нибудь. Нет, я имею в виду, что усы как щетка, вот такие, знаешь. Не-не, усы больше пышные, здоровенные.
А если я забачу? Вот бы Тинкер был живой, а нас было двое, да? Сашенька, выйди, пожалуйста, Сашенька, выйди, я сейчас буду играть актерку. Давай пойдем, Ваня, с тобой вместе. Войт на топе. Мне очень нужен. Ой, только бы делает. Так, есть, есть. Банку, банку заряди и застаньте. Нет, не пуш, не пуш, отойди. А, я. Ну, сейчас натурально выглядел. Ну, бля. Ходить надо, а не погониться, надеюсь. Да, не, ну, что это такое? Банку заряжай и иди, типа... А, вот это надо убрать. Ты посмотри, как он реагирует. 250 секунд выше жизни. Миха, ты что творишь? Офигеть. Он уже половый. Переигрывай. Верим? Верим в авторскую игру? Переигрывай. Я не верю, не верю, не верю. Переигрывай. Да выключи радик. Не верю. Миха, давай. Да выключи радик, Миша. Вырубил. Ты крипов убиваешь. Они тоже этот. Давай без ультимейта сделаю. Они тоже жить хотят. Блядь. Рок актерского мастерства от Михаила, блядь. Ладно, ребят. Я не могу. Опа. А вот тут есть походу. Все. Саша, играю убедительно, играю. Убедительно, пока только фит идет, ладно. Я типа ухожу. Ай, блин, убивают. Ай, блин. Так, я нас застанил за километр. Будь на топе, мы вообще проебаны как будто. Тихо, блин. Ну я тогда вас буду сейчас убивать. Не, рейнджа второго скилла, конечно, у Шейкера выглядит очень почетно, так сказал. Не, рейндж прикольно. Это скрипы резко, Саня, 30 секунд. Да, сейчас, би-би-би-би-би-би-би. На, нахуй. Фига, вы видели, где он застанил? А так нам всего лишь нужно было всем сдохнуть, чтобы это было красиво. Да чё они? Тихо. Опа. Слушай, я прекрасно сыграл смерть. Ладно, подождите, я забыл купить. Блять, я мне очень плохо не стало. Андрюха за сердце уже схватился. Бля, реально, мне так хуёво. Пердечный приступ. Мы час не могли игру запустить. Мы пятерых не можем, ребят. Ну, это контент на четверочку, понимаете? А мы же... Блять, я еще метас нажать не могу. Фу, блять, что за игра, нахуй, байбек. Ну, не можешь. Два заряда проставил. 5 секунд оставалось, Бургосик. Ну. 5 секунд простой Мидаса. Знаешь, сколько это в деньгах? Ой, блядь. Знаешь, это сколько по морали бьет, ты просто не представляешь. Ну, Санёк! Что, на Новый год это? Чё? Ну, а как ты думаешь? Думаю... Надо как на рыбалке приманочку загадать. Подкормить надо. И сейчас Миша просто меча выдает. Ладно. Войт, ребят, войт! Ой-ой-ой-ой-ой. Сашенька? Что? Вот тут, Санчоус. Кстати, много. Тут трое, Рано. Санчоус. Четверо, Санчоус! Где? Не вижу. Войт БКБ потратил. Я раз на БКБ потратил. Это уже тройка. Ну, если он тут уже. Тихо. Да ну нафиг. О боже, нет! Бездарь, блядь, смайлик. Смайлик. Лёва, я тебя спасу. Лёва, я тебя спасу. Спасибо, Ваня. Здорово. 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 Командник. Блядь. Командник. Ты что, реально умрешь? Да. Я отказываюсь. Надо бежать. Он ГОСТ успел купить, блядь. Он настолько на фонтане привык жить, потому что ГОСТ, блядь, покупает закрытыми глазами. Здорово, Санёк. А мы тут с Ваньком. О, Сашенька, давай ты типа ушел? Да. Это как, знаете, в детстве, когда играешь там, ну, в какую-нибудь игру, о, а давай ты типа вот так вот сделал, а я вот так вот сказал. Не, самое забавное было, это когда ты стреляешься, и ты пытаешься доказать типу, что ты его убил раньше, чем он тебя. Ну да, или я последнего убил, точнее. Мне кажется, мы сейчас как в файтингах в детстве, типа, да, встань, этот, я сейчас удар один проверю. Его зацепило. И Саня такой, встаньте, ребят, под эту, под урту мне чисто проверить. Лёва, уйди со сцены, пожалуйста. У меня тут... А я к чему? Я тоже выступление. Актерское. О, пятеро, четверо. Давай. Я не знаю, что Саньку еще надо. Сколько? Да ладно, проверим. О, хорош. Ладно. Нормально. Лорд дома таверна, походу. Нет, все равно хватит. Ну.
Да ёб твою. Все, на пятерку, Сашенька, я наиграл. Ой-ой-ой, я умер. Такая, знаешь, пятерка жиденькая получилась. Тук-тук. Миша, я пошел на базу, дави. Я пошел на базу, дави. Тихо. О, бежит, 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 хулиган. Саша, Саша! Ой. Ого. Это не та кнопка. Лёва, это не та кнопка была. Сейчас знаете, что будет? А ты же с Хедвиком еще раз засрался, он же это не вырежет. Это тебе место вырезать стрел. Вырезать паузу, пум-пум будет, блядь. ТП на базу. Я чувствую, это будет в начале ролика. Пару раз в середине и в конце. И это был не саундпад, блядь. Нижняя башня противника разрушена. Да? Да, ребята, так могём, могём. Чё, ты взять... пиво прошла, да? А чё взять телескоп? Телескоп? Телескоп. Рель, давайте возьмём телескоп. Телескопию. А что такое телескопия? Что слово какое-то знакомое? Телескоп? Это вот который звёзды смотрит, понял? Телескопия. Какой телескоп? Это что-то... Телескопия — процесс смотрения на звёзды. Верните, это моё. А вы знаете процесс, когда падает сова? Процесс, когда падает сова? Да, когда сова падает. Сова падает. Ухо не, нет. Ухо ухнуло. Совпадение. Блять, это же было так на поверхности. И даже пока я работаю. О, о! Три мало. Мало, мало. Маловато будет. Вот, ой, четверо? Четыре. Четверо, Сашенька. Мало. Четыре мало. У меня еще 15 секунд до рефреша. Я продал аркамин, не разобрал. Ладно, придется. О, а вот пятерочка. Все, Саша, я наиграл на 5. Блять, проблемка есть. Заключается она в том, а, меня что убило. Им капзда. Так это у нас проблемка или у них? Я даже не понял. О. Ой-ой-ой, мама мия, мама мия. А мы... Мама мия, беги! А мы две буквы, а, ребят, мы две буквы, помните? Так я не понял, что это происходит? Какой-то камбэк? На... Кстати, насчет тусов, мне понравилось, типа, где Тел сделал отсылку на крестного отца. Вы посмотрите, что они сделали с моим мальчиком. У меня там порвало на этом моменте. Санчо без... Сашенька, там Ваня спрашивал. А. А? Будем писать? А? Вот такое. Да будем, похоже. Да блин, четверочка. Саша, две руны мудрости для себя. Давай порадуешься напоследок. На чем отменим? Радоваться, я 300 твоего. А. Ё-моё. Давай я порадуюсь. ПВП. Ты даю. Давай быстрее, пока мне Медас куда не ушел. Надо срочно, одна секунда остается. Успеваем. О, хорошо. Фух, два заряда не было. Фух, двух зарядов не было. Осуждаю? Да. Осуждаю. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.